я жил в Бирюлево, и в манеже Спартака проходил турнир Тищенко, где меня тогда еще селекционер школы папы Кечина Валера, в общем, подошел к отцу, хотим забрать, вот, все, как бы, и в 10 лет я оказался в Спартаке. Самое ценное, конечно же, то, что сейчас чемпионство долгожданное, она у меня висит, золотая медаль. Предлагали кто-нибудь, может, селекционер? Нет, там без вариантов. Ну, предложения-то наверняка были или нет? Нет, ну, я думаю, предложений не было, но там без я и не отдам, конечно, вообще. В 2001 году я уже начал тренироваться, так потихонечку с ним состал. Да, иногда вызывали в Тарасовку. Нейвен Скал сыграл вообще огромную роль. Я хотел, чтобы просто мы за эти 13 туров обязательно стали чемпионами. Думаю, один вот нам 1-0 выиграть там как-нибудь, потому что это будет супер. 23 очка вообще. Именно фанаты должны быть. Если фанатов не будет, то это все превратится, наверное, в большой театр какой-то.